сегодня я вам расскажу, как зарабатывают блогеры. Мы с тобой в ссоре, и ты сейчас такие приколы мне закидываешь. Я надеюсь, это только сестре? Да, сестре, честно. Ребята, есть всего по одной подписи, поэтому не упустите свой шанс. Подожди, это Лиза? Ты видела эту историю, Лиза? Я неправильно вам все объяснила. Это низко, вот так вот поступать. Ну, типа, знакомые, друзья. Ты мои друзья. Hey guys, с вами Лиза Найс. Привет, ребята, вы на моем канале, и сегодня просто очень-очень непонятное видео. Непонятное в плане сегодня, оно будет очень интересное. И такого я раньше еще не снимала. Поэтому прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Сегодня я вам расскажу, как зарабатывают блогеры. На самом деле, реально, сегодня будет челлендж за 24 часа. Я должна буду заработать деньги, и у меня уже есть кое-какие идеи по поводу бизнес-плана. В общем, сегодня вы будете следить за тем, как зарабатываются деньги. Ну, знаете, что хочу сказать? Смотрите видео до конца, вы все сами поймете. Главное, до конца. Погнали! Короче, я на самом деле думаю, блин, а где и как что писать, где росписи? И я думаю, блин, я типа с дома уроки не брала, потому что я все оставила там, так как я на дистанционке. И у меня нет ничего, поэтому сейчас буду искать. Я думаю, здесь это должно быть. О, я вижу тетрадь, я думаю, это будет сильно жестко, если я отсюда вырву, но на крайняк. И ручки тут есть. Может, я возьму одну? Короче, я возьму тут. О! Один листок. О, да, да, да. Фига себе. Их тут очень много. Это прекрасно. Короче, я взяла. Кирилл, пару минут, пожалуйста, можешь дать автограф? Мне очень надо. Зачем? Ну, очень надо автограф. Ты приболела за ее или что? Ну, пожалуйста, ну, очень надо. Просто распишись, я не знаю, там. Тебя просто раньше это никак не интересовало. Зачем? Просто так. Просто дай мне автограф. Really? А можешь подписать Кирилл? Не, свой инстаграм, собачку и Кирилл. Ну, и как ты подписан? Ты не знаешь, как я подписан? Спасибо тебе большое. Слушай, это с тобой приятно. Все нормально? Это так приятно. Спасибо. Мы с тобой в ссоре, и ты сейчас такие приколы мне закидываешь. Да. Я вообще не пойму. Я просто очень рада, что у меня теперь есть подпись. Спасибо. Привет. Короче, это было максимально странно. У меня есть подпись Кирилла. Мне сейчас надо поменять листочек, чтобы никто не видел, что я собираю подписи. Короче, в чем прикол? Это максимально странно, потому что мы реально с Кириллом немного в ссоре. Но у меня первая подпись. Погнали дальше. Короче, я на самом деле очень волнуюсь, потому что в комнате может 2-3 человека быть. Ну окей, если 2, я могу и того взять автограф. Но лучше, чтоб один. Ну блин, скорее всего там Бум и Бэм. Знаете, звучит как Чип и Дейл. Привет. Привет. А почему ты в кровати сидишь? Тебе не случается, что уже вечер, нет? Ну, я спал только что. Ага. Да. А почему эти кровати не застелены, я не знаю? Ты никто не живешь сейчас. В смысле? И тут, и тут? Тут типа вообще не появляется сюда. Он не ходит сюда, он где-то в других местах. Ладно, в общем, чё я сюда зашла? Мне очень неловко. Короче, ты можешь подпись дать мне? Автограф. Автограф? Автограф, пожалуйста. Нет. Знаю, это очень странно. Ну, просто автограф. Зачем тебе автограф? Ну как, ну относительно мне, ну в общем, моя подруга попросила, она типа на тебя подписана в инсте и вроде в ТикТоке. Ну типа она узнала, что мы, ну типа знакомые, друзья. Mm. Так вот, и она типа тебя знает и вот, подруги, пожалуйста. Подпись поставить? Да, подпись. А вот тут типа собачку, знаешь, и ник в инсте. Ник в инсте? Да, просто, пожалуйста, без вопросов, пожалуйста, это надо, это надо. Это очень странно. Я знаю. Прям огромную подпись. Ручка хорошая очень. Может, ты просто пишешь, как бы, знаешь, как работают шариковые ручки? Mm-hmm. И собачку. Может, кошечку? Ага, вот тут вот подпись большую. Супер, спасибо. Пожалуйста. Боже, как
неловко, это пипец полный. Это настолько неловко. Но у меня плюс одна подпись. И слава богу, там никого больше не было. Прямо сейчас мы идем в комнату Карине. Я думаю, один понадобится, но погнали. А, девочки. Ну да. У меня к вам, ну это неловко. Это максимально неловко, но... Короче, можно ваш автограф, пожалуйста? Лиза, ты же прикалываешься. Ну, пожалуйста. Зачем? Я не могу. Ты хочешь квартиру переписать на себя? Скорее я у тебя буду автограф брать. Нет, ну можно реально автографы ваши? Мы готовимся быть звездами. Ну, короче, у меня есть сестра, вот, и она сидит за Еловком. И она вас знает, и если она узнает, что я отправлю ей ваши... Фотографы, подписи, ей будет очень приятно. Ну это мило. Так а что ты сразу не сказала, не понятно? Ну, я не знаю. Ну, в общем... Сидишь, это мнешься, мнешься. Короче, я взяла два листочка, смотри, ты можешь вот тут где-то поставить подпись? На весь листок или маленькую? Где-то вот такую вот, ну то есть на пол это. Огромную, да? Да. И написать собачку и свою подпись, ну как ты подписан на листе, короче. О, да. Ты давала когда-то автографы? Нет. Спасибо вам большое, просто мне было очень неловко подходить с этой просьбой, но это странно, согласись. Спасибо большое. Это странно, что ты гнешься. Можно твою? Ну, а вдруг я не знаю, вы там... А что вы? Не захотите. На. Спасибо большое. Спасибо огромное вам. Я надеюсь, это только сестре? Да, сестре. Честно. Честно, просто сестре. А как сестру зовут хотя бы? Алина. Окей. Спасибо. Я не знаю, больше я не смогу собрать, мне просто неловко, я боюсь, что кто-то заметит раньше времени. У меня есть 4 подписи, у меня есть Карина, у меня есть Катя, у меня есть Кирилл и у меня есть Бэм. Короче, сейчас мы приступаем к идее со сторис. Я сделаю сторис, говорю, ребята, я продаю, значит, вот эти вот прекрасные подписи вам. Погнали. Ребята, подпись Кирилла я продаю за 500 гривен. Кто готов? Это настолько ужасно. Я никогда в жизни так не продам ничью подпись, тем более не свою. Подпись Бэмби я тоже продаю за 500 гривен. И подпись Карины за 500 гривен. Ребята, есть всего по одной подписи, поэтому не упустите свой шанс и пишите мне в личку. Фух. Ребят, основное я запостила. Боже, я так рада, что никто меня не спалил раньше времени. Теперь надо как раз-таки ждать, когда меня спалят. Я думаю, со сторис, потому что если кто-то зайдет, это будет такое. Ребята, подпись Кирилла я продаю за 500 гривен. Кто готов? Что за подписи? Подпись Бэмби я тоже продаю за 500 гривен. Это прикол, что ли? Черт, там же и наши подписи были. Она продает наши подписи. Подожди, это Лиза? Да, Лиза продает наши подписи. Лиза! Кирилл! А где Лиза? Кирилл, ты видел вот эту историю? Она, походу, за бабки продает нашу подпись. Что за твоя подпись продается. Запись. Погнали. Бэмби! Идем. Привет, Бэмби! Бэмби. Подпись Бэмби я тоже продаю за 500 гривен. Нормально? Так я подругу давал. А мы сестре! Подруги. А мы сестре! А я Лиза! Просто... Лиза! Лиза, ты же не только школьная! Ребята, не буду, ребята. Лиза, ты что, издеваешься? Это что за х**? Ты сказала, ты мне просто взяла автограф. Ты его выложила в Инстаграм. Я неправильно вам все объяснила. Ты нормально вообще? Ну, Лиз, это уже ни в какие продавать? Ворота не лезет. Ты... Какие подписи? Это низко. Вот так вот поступать. Ты выложила наши подписи, ладно бы ты их выложила. Ты их просто продаешь без нашего ведома. Ты сказал, что это для сестры. Какого черта? Мы, блин, с добрыми намерениями дали тебе подпись. Мне сказали для подруги. Для какой подруги? Ну это почти подруга. Черт, Лиза, надо себя уметь нормально почти вести. Почти подруга в 400 тысяч подписчиков? Ну я ж не... Я бы... Черт, Лиза, ты типа издеваешься над нами, что ли? Я вообще не понимаю, ну, как так давайте можно. Деньги поделим напополам. Какие деньги? Какие... Подписчиков обманывать на бабки? Какие-то подписи хреновы? Ну, а если... Ну, подожди, подписи... это было бы интересно. Вот. Какое интересно? Блин, не вышел отсюда. Подождите, послушайте меня внимательно. Ну, реально, скажи. Давайте поделим. Ну, то есть, ты хочешь делить деньги детей? Нет, мы не будем никому продавать подписи. Вы уже кто-то.
Вы большие блогеры. Ты же понимаешь, кто нас смотрит? Какая разница? Нас смотрят дети, которые будут тырить у родителей деньги на какие-то бумажки. Они им важны. Мы можем наделать этих бумажек нереально много, чтобы это уже мы заработали. Да, блогеры, да, это уже низко. Выкинь, порвите подпись. Ребят. Алло, Катя, Кирилл, ты что, издеваешься? Я не буду в этом участвовать. Мне жалко тех детей, которые будут тратить на это смешно, честно, вот эти бумажечки, какие-то там свои деньги, которые могут потратить в школе на еду, ну серьезно. Ну, подожди, дайте я вас переубежу. Ну, смотрите. Вот, Кирилл, почему ты заинтересован? Я люблю деньги. Прекрасно. Вам просто надо сделать обычную подпись. Может быть, написать там имя, кому мы отправляем и получаем деньги. Мы можем даже фоткать и отправлять. Ну, даже если так. Ну, какие бумажки? Ты видишь это? Ну, это же смешно. Ну, это, видя, ну, можно делать нравится, это как бы нормально, ну, качественно? Я согласна на тех условиях. Подожди. Я согласна только на тех условиях, если об этом будут уведомлены родители этих детей. То есть, ну, если они будут знать, что мы хорошо, продаем. Хорошо, не, это не, уже я что-то. Буду... Карин, подумай, пожалуйста, подумай. Лиза, ну я смотри на это и посмотри, как люди продают свои купить, продукты. Это готовы купить, даже это готовы купить, Карин. Нет. Нормально? Нормально? Нет. Хорошо, давай так. Ну типа, ты можешь этим заниматься, мы можем это делать, но это должно быть не на вот... Хорошо, хорошо, смотри, давай так. Если я готовлю фотографии, просто ваши фотографии, вы ставите подписи. Ты готова? Ты согласна, если красивая фотография, красивое оформление? Да. Нет, окей. Я буду нейтрально, я подумаю, но скорее всего... Еще раз, если мы это будем делать красиво, стильно, если мы это будем заморачиваться над этим, и это все будет выглядеть прям муа, конфетка, тогда... Ребят, ну мы с вами сработаемся, мы будем зарабатывать на этом! Cool. Ладно, окей, деньги никому не помешают. Бэмби, ты что думаешь? Я не знаю, это... Бэмби, да это круто! Да. Но мы же будем зарабатывать на том, что мы просто расписываемся. Это круто! Я не знаю, я подумаю, но... Главное, чтобы был стилек. Ладно, я реально чувствую себя звезда. Блин, это реально круто. Бритни Бич вошла в кураж! Бэмби, иди сюда. Ребята, все будет круто. Но теперь мне надо кое-что очень важное вам сказать. Вы офигеете. Процент возьмешь большой, что ли? Нет, это пранк. В смысле, это пранк? В чем он заключается? Короче, я реально собрала ваши подписи, но я никому не собираюсь это продавать. А, то есть ты только что, типа, нам внушила это, когда мы забежали Заюш, и сказали, все нормально? Не надо. Перегрелась? Ну это смешно, реально. Ты, конечно, со своими пранками когда-нибудь нас достанешь. Ну, типа, ты скажи, зачем? Просто зачем ты это делаешь? Я тебе никаких подписей больше никогда в жизни не дам. Может, ты мне даже не подходи. Это просто прикол, Карин. Успокойся, успокойся, тихо. Чего ты меня обнимаешь? Подожди. Давай так, ну, то есть, блин, мы будем... Ты как бы себя нормально вести с тобой, и ты тоже. Реально повела себя как не пойми что. Это реально бред уже, ты, наверное, с ума сходишь. Я ухожу. Бабич! Может, на этом можно как-то заработать? Нет, Кирилл, нет! Окей. Блин, ну я не хотела, чтобы так все закончилось. Что это за номер? А зачем весь этот цирк? Тебе мало внимания там от Леона или от кого-то? Я не понимаю, ты реально не понимаешь? Да мы же лучшие друзья! И как ты не можешь понять, что я просто люблю снимать пранки? Ты мои друзья! Я не хочу это комментировать. Я не знаю, пранк, походу, не удался. Ставьте лайки и подписывайтесь. Я не знаю. Все, хватит.